Для жизни, а не для подиума. В Новосибирске завершился первый международный форум бизнеса моды. На заключительном галопоказе дизайнеры представили коллекции, которые запустят в массовое производство. О мастерстве модельеров в сюжете моих коллег. Трикотажное пальто – основа. Подваленное по моей технологии сделана специальная такая технология моя авторская. И на основу трикотажа наносится мех. Таким рисунчатым способом, маленькими-маленькими кусочками расшивается, нашивается мех. Трикотаж расписан акриловыми красками. Такое пальто не только эффектно выглядит, но и согревает сибирские морозы. Дизайнер Елена Конарева представляет коллекцию верхней одежды. Изюминка, сочетание материалов и необычные силуэты. В моей коллекции был представлен такой, как кокон, пальто-кокон, овальный силуэт. Очень современный, модный сейчас это пальто. Если мы смотрим свой 90-е годы, да, то есть это широкие такие прямые пальто с какими-то такими лацканами, такими объемными, с большими плечами. Не обошли стороной зимнюю одежду и другие дизайнеры. Шубы по-прежнему актуальны. Оверсайз. Можно так сказать, что для любой фигуры подходит. Можно лишние килограммы скрыть. Дизайнеры из 10 городов разработали свои коллекции одежды и аксессуаров по заказу промышленных предприятий. Строгие силуэты – это основной принцип, а также простота и удобство. Мы лишь рассчитываем на то, что взаимодействуя между собой, дизайнеры, имидж-стилисты и производственные компании, они смогут гораздо быстрее вместе двигаться вперед к совершенствованию марок торговых для предприятий легкой промышленности, для совершенствования навыков у дизайнеров, у имидж-стилистов. И что вот эта совместная работа, она, конечно, будет совершенствовать образ бренда, сделанного в России. На сцене модели совершенно разной комплекции. Все вещи сшиты для обычных женщин. Не забыли дизайнеры о детях и подростках. Заказ на такие коллекции сделали сразу несколько предприятий. В дальнейших планах сделать форум ежегодным. Екатерина Тихомирова, Алия Арзаева, Евгений Агеев. Новости ОТС.